не звук, конечно, не было, просто удар был сильный. И от удара пошли осколки туда и сюда. Соседа моего попало в спину и в ногу, брату в грудь попало. А я успел, ну как, не успел, я просто отошел сюда, и потом удар уже был. Мне просто повезло, ворота спасли просто. Ну, сосед мой лежал здесь контуженный, его контузило, а у моего брата шок был, состояние. Он просто во двор забежал и просто упал, все. Мы начали делать искусственное дыхание, а ничего не получилось. Звонили, звонили, все на друг друга перекидывали телефонами, и туда, туда звонили, друг друга перекидывали телефонами, а никто не хотел сюда приезжать, потому что были обстрелы здесь сильные, и все боялись просто приезжать. Все было мороженое, это вот такой слой был заморожен, было минус 15. И, ну, я думаю, что нам помогут наши депутаты все это сделать, перезагрузить на кладбище, как положено, надеюсь. Ну, брату должно было исполниться 47 лет, через полтора месяца, как его убило тогда. Вот. У него семья, жена и ребенок, сын. Но они тоже уехали, как его убило, тоже они в другой город поехали.